Девочки, поднимаем себе настроение. Включили новогоднюю ночь. Потому что настроения нет. Идет приготовление дичь. Да, Сережа, тушку готовишь? Да. Яйцо варится, тушка готовится. Девочки, буду утку мариновать. Самый простой способ — в апельсиновом соке. Постоянно так делаю, и мне нравится. Ой, думаю, в этом году много не будем готовить. Никуда не идем, никуда не хотим. Ничего не хотим. Лежебоки мы. Не хочухи. Выжимаем сок. Самый простейший способ маринад. Такие апельсинчики взяла, когда соку много. Сейчас выжмем. Ниточку сделаю и там сыпкой что-нибудь. Раньше было готовить, или старые, может, уже стали. Готовились, какое-то настроение было, а сейчас ничего не охот. У нас, мы жили в Казахстане, улица молодая была, ну, немного домов, и это, и на Новый год все сидели, каждый у себя дома, а потом начинали ходить посевать. Вот было весело. И гармошка, и песни, и танцы, и все было. И никто не жаловался, там что шумно или чего. А тут... И все равно я говорю, в Казахстане то, что вот разные нации жили, намного веселее было, чем, например, в России это все происходит. Когда в России жила первое время, вообще... Скучала за этим. Не было. Ну вот почему-то у людей не было вот такого, что нажираться бы и все. Ходили по гостям друг к другу. Гармошка. Поют. Из дома в дом. Весело было. А сейчас. Ну там до сих пор так, наверное. Не знаю, если пандемия не помешала. А здесь нету этого. Вообще такого, как там, здесь этого нет. Я ее сейчас замариную и туда ближе к вечеру. Она промаринуется. И поставим ее жариться. И все. Не знаю, традиционную шубу делать, не делать. Все, выжали сок, выжали весь сок. Так, это сюда, а это сюда. Ножик, ножик. Смотрите, сколько соку. С яблоками я ее делаю. Теперь я сюда чеснок выдавлю. С чесночком. А раньше и голубые огоньки какие-то, что-то было. Мероприятия какие-то происходили. Все. А сейчас глухо все. Так. Чесночок. Я всегда так делаю. Сюда. Теперь я сюда соли.
Теперь я сюда перчик. Душистый. Побольше. Короче, легче в ступке это все, чем вот этой жижилкой, блин. Где-то у меня ступка была. Мама дорогая, все завалено, все нужно. Девочки, не уходите. Все нужно. Все завалено. Стоять, Хазбек. Так, где у меня перец? Потому что так побольше надо. Она пока отжижает. Легко мне перемолоть. Самой. А какой запах. Сразу нос пробивает. Что-то у меня не проходит. Ого. Не знаю. Гусь был на Рождество. На Новый год утка. Так, все сюда высыпаем. Ну, это другое дело. Быстренько цак-цак и готово. А пока та жижилка нажижает тебе. Так. И меду. Меду я туда вот так сделаю. Девочки, с наступающим всех. С наступающим. Как это все перемешиваем. Яблочки обязательно скажу, я засовываю. Живой. Так, потом сюда пока. Подготовим птицу. Ну, все по-разному делать. Мне так нравится. Только мне, наверное, ее надо было. Ну, ничего, я буду ее переворачивать периодически. Пускай стоит. Я буду периодически переворачивать, чтобы она везде промариновалась. И все. Не знаю, кто что добавляет. Так, яблоко. Девочки, яблоки-то забыли. Я обожаю запеченные яблоки. Сердцевину вытаскиваем. И все будет добже. Сережа поехал за тортиком. Знаете, что всегда бесило? Что день рождения в Новый год. Вот это бесило всегда. Всех людей по-людски. А у меня все не по-людски. Значит, сначала я внутри сейчас промажу хорошенечко. Да что, прям залью туда. Будет нормально. Прямо туда яблоки засунем. Я люблю такое, когда оно сладко-кисленькое мясо. Клюквы, правда, нету у меня свежей, только замороженной. Ну, в принципе, без разницы, чтобы соус делать. Так. Яблочками ее заполнили. Теперь вот это прям выливаем, чтобы она мариновалась прям в этом. Потом перед тем, как запечь, я этот сок солью, в руках ее засуну. Она прям плавает у меня тут. Купается она в апельсиновом соке у меня. Все, она теперь пускай стоит, купается. У нас время 9 часов.
Пускай плавает. А тут у меня сейчас надо будет с рыбой что-то делать. Придумать, как ее. Или целиком, или пожарить, или сушить. Короче, придумаем. Вот так она у меня купается, девочки. Угу, легкого пара ей. И все. Будем дальше готовить. Ну, девочки, я, наверное, ненормальная. Я зашла на кухню, начинаю готовить. Я не могу остановиться. Я сказала, что не буду много, а остановиться не могу я. Вообще, жесть. Я, наверное, заболела. Опять объедаться. Все, после Нового года садимся все на диету. Все. Девочки, с наступающим всех. У кого-то уже наступил, у кого-то наступает только. Всего вам самого-самого хорошего. Не болейте. Я вот уже второй год подряд мучаюсь вот головными болями. Все-таки склоняюсь к тому, что это правда. Говорят, человек в свой день рождения, он обессилен, он без защиты. Абсолютно без защиты. Даже ангел, говорят, его покидает в этот день. И по-моему, блин, у меня уже, я убеждаю, что это правда. Это уже который год, когда вот на Новый год я болею. Такие вот дела. Уже таблеток ведро выпила. Не знаю, может пройдет, может нет. Посмотрим. В всяком случае, с праздником вас всех. И всего вам самого-самого хорошего. Самое главное, будьте здоровы, не болейте. С Новым годом вас, девочки!